На территории спортивного комплекса «Олимп» в Суходоле, где намечено возведение нового объекта, уже зашла тяжелая техника. Напомним, год назад его воздухоопорная конструкция, где многие годы располагался универсальный спортзал, получила серьезные повреждения и уже не подлежала восстановлению. А ведь данное пространство активно использовалось. 2500 квадратных метров полезных площадей, которые использовались большим количеством людей. В один момент эта возможность исчезла заниматься, поэтому было очень сложно. Перегруппировки по переносу занятий в другие места. Руководство Сергиевского района тогда вышло на областной уровень с обращением, говоря о вариантах строительства стационарного здания вместо воздухоопорной конструкции. Сейчас проект предусматривает строительство здания универсально-спортивного зала с трибунами, с игровым залом для разминки и залом для художественной гимнастики, раздевалками, лифтами. И неделю назад строители приступили к демонтажу старых конструкций, которые планируют завершить в этом году, а после и начать обустройство фундамента для нового здания.